Вот и обновление вышло. Кто рад, а кто нет. Броня мне не понравилась, которая дается по квесту течения вечного огня. Сначала квест неплохой, а в конце ну такой себе. А это чуть потом расскажу. Перед тем, как записать видео, я прочитал комментарии в группах. У кого-то оно вылетает, а у кого-то просто стал низкий фпс. Ну, поняли. У меня тоже один был вылет при записи видео. Еще вышли новые дрова на видеокарты. Под нового Ведьмака 3. Да, она красивая. Но есть проблемы с оптимизацией. Какие настройки графики у меня ставят, сейчас покажу, да и после. Добавили новую броню, которая дается бесплатно в комнате у Н замки в Изиме. Чтобы активировать фоторежим на кнопку. Они не забили на нас большой огромный жирный болт. Они сделали русскую озвучку в новом квесту и поправили ее тоже. Постой-ка, твои глаза. Они желтые, а зрачки... О, я читал об этом! Ты ведьмак! Ага, или бродячий кот, или уж обыкновенный. Теперь я буду уверен, что они сделают русскую озвучку в новых играх. Хотя до новой части Ведьмака очень далеко, и все может измениться за это время. А вот пришли к новому квесту. Квест небольшой. Я его прошел за 20-25 минут, и новая анимация смерти есть в этом квесте. Мы находим старого Ведьмака, который жил 300 лет назад, и в него вселился Красный Мор. Он есть в сериале. Я про Красного Мора.
У Геральта появилось желание узнать, что за медальон у него на шее. Дух рассказывает, что раньше ведьмаки делали сами себе медальоны и броню тоже. Он еще говорит, что он создал офигенные доспехи. Кто ты на самом деле? У тебя медальон с головой волка, но не такой, как мой. И что же? Я придумал, каким он будет, и сам его изготовил, как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Завидую твоим умениям. Я свой просто получил от наставника, как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть Рейнард? Спроси меня о чем-нибудь, что может знать только ведьмак из Школы Волка. Давай, не тяни. А ты точно из Школы Волка? Твой доспех немного напоминает наш, но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр-Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже на пути. Они должны были стать образцом для всей школы. Только их никто не увидел. Ты их сделал сам, без мастерской? Похоже, не тот путь ты выбрал. Мог бы сделать себе имя среди брони? Или хотя бы портных? Осмунд тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр-Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи найдешь чертежи. Можешь забрать себе. Второй ведьмак хотел, чтобы эти доспехи стали основной школой Волка Весемир знал опытом. И он оставил нам записку про новую броню. Квест самый интересный. Зайдите и пройдите, если комп, конечно, сможет потянуть нового Ведьмака 3. Прочие изменения, доработка карты мира, разрешение текстур многих персонажей, включая Геральта, Твис, Иннифер, Сири, Еридина, повышено. Сейчас будет скрин на экране. Какие изменения были? Честь и отчизна. Конечно, все классно, но есть и свои проблемы. Пишите свои впечатления от этого обновления. Буду рад их почитать. Всем удачи!